А в историко-краеведческом музее открылась выставка «Сквозь ткань времен». Это уже третий совместный проект одесской художницы Анжелы Голодецкой и поэта Александра Игнатова. В экспозиции представлено около 30 работ художницы. В этих представленных здесь на этой выставке работах я решила вернуться в мир далекого детства и вспомнить те ощущения, когда мне было 4-5 лет. Вот те ощущения, когда ходишь босиком по траве. Трава кажется ласковой и в то же время может где-то уколоть. Солнце кажется большим, красивым, огромным, но так как и у Камю, оно может быть палящим, страшным. Мы вместе пытаемся сделать некий общий, интегрированный, да, подход к пониманию этого мира и человека в этом мире. Выставку можно посетить каждый день вплоть до 4 февраля. Выходные – четверг и пятница.